Второй заезд 1600. А сеньорка это кто? Кто помнит? Сейчас посмотрим, будет нам машина здесь мешать снимать или нет. Вроде не мешает. Машина стоит. Вот это темная лошадка рыженька. Сегодня у нас в комментаторах вот тут известный гонщик. Два известных гонщика. Два известных гонщика. Тут вообще не разобраться. Парень тоже неплохо едет. Че, мы молодец. Будем смотреть, подерутся они или нет в конце года. Здесь вот интересно, за первое, второе место. Я прошу прощения, я не знаю этих людей. Семерка и десятка. Ну, наверное, скоро узнаем. Такого ничего особенного на галерке. Резина видно, резина, конечно, поза. Кого? Из Кусова. Из Кулка. Усов. Раково, да? А, ну это Усов опять, он из заезда в заезд поехал. И он кого-то не может догнать. У нас кто семерка тогда получается? Говорят, что это первый и последний трек в Красноярске, то ли в этом сезоне, то ли вообще. Два класса не выехали Волги, не выехали УАЗики, когда к ним приехал СВО домой. Привет им передаем. Вот, что-то у нас с мотором. Вот так вот, да? Нет? Просто проспал? Не проспал. Смотри, едет, он как вот на полном ходу на внутрянку зашел, он также на полном ходу на внутрянку вышел. Посмотрите, как они синхронненько это делают. Может, они там договаривали? Вот Усов его напирает, напирает. Кто такой семерка? Финиш, финиш, но тут борьбы не будет, просто будет такой плотненький финиш, я думаю. Катышев. Нет, так Катышев. И теперь считайте секунды, сколько третьего до них. Можно сходить чаю налить себе за это время.